30 сентября 98-го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть копом. Ракун-Сити стерли с лица земли из-за биооружия, созданного Амбралой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. И ту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен. Куда он подевался? Есть кто?
Простите, что я без спроса. Буску, он полиция. Биноаки. Дело. Ну и вонь. Эй! Понял? Что там у тебя? Да что за херня? Что это? Да какого хера? Час от часу не легче.
Гнездо. Это Кондор-1. Это Ханиган. Говори. Дочь президента, Орленок. Скорее всего, здесь. Так разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников... Мне пора. До связи. Не смею задерживать. ¡Ahí está! ¡Seguidle! Voy
hacer picadillo. Черт! Debemos encontrarle.
Дядя Арнольд. ¡Un forastero! ¡No puedes! ¡No, estás!
Серег, ты гонёр! Lo tengo. ¡Matadlo!
Куда это они все? В кино, что ли?